Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в игру под названием Slendy Tubies, They Are Coming. Внезапно вам всем понравилась эта игра, ну, по крайней мере, многим. Многие у меня продолжали спрашивать про эту игру, и да, мы продолжаем с тобой играть в хоррорную версию телепузиков. Отличное, блин, начало, класс, супер. Супер найс, хорошо пришел. Тут, видимо, у них была офигенная пати. А, и вон чувак блюет, ему вообще хорошо. Ладно. Или наоборот, очень плохо. Ладно. Давай я сначала найду какое-нибудь оружие, окей? Это что? Это просто мусор. Почему я не могу взять палку? О, у меня есть ноги. У меня есть даже оружие. Смотри. Вот лайфхак для тебя, да? Немножечко трум-трума. И если вдруг рядом с тобой ты видишь огромное количество трупов, у тебя есть пистолет, а перед тобой стоит какая-то вот скрюченная морда, тогда, возможно, стоит достать пистолет. Ну и на всякий случай пиу-пиу сделать примерно в том направлении. Ну или хотя бы пистолет направить. А вдруг? Ну хотя он может, конечно, психануть, но вряд ли он что-то хорошее сделает. Ну здорово. Хей, бро, ты как? О! Фу! Хорош! Только это сделать раньше надо было. Эй, фриля, на руки посади на себя. Я сказал быстро, на колени. Слышь, ты в порядке? Я на... Сука. Он говорит, о нет! Вау! Он говорит, о нет, нужно было проверить мой пистолет, а потом взял... И убил монстра, который хочет его убивать. Я видел многое дерьмо, но не это дерьмо. О, ты еще многого дерьма не видел, чувак. Многое разное дерьмо ты еще увидишь. Только если остались только трупы вокруг. Так, деревня. Мне надо в деревню. Мне надо вернуться в деревню. Пойдем в деревню. Хе-хей! Минус один монстр. Это уже отлично. Ну, потому что, типа, это... это все выглядит как меньше и меньше, как простенькая миссия. Да ты, мать твою, гений! Я говорю о том, что тут монстры ходят, а не всякая эта херня. Мне надо следить. Если мы не знаем, чего вообще стоит ожидать. Понял тебя. А, я по рации разговаривал. О, щит. Так, ну вот это вот я лучше обойду. Как бы, мое паучье чутье подсказывает мне, что вот этого лучше обойти. Ёб твою мать, дерево трясется. Дерево, алло! Дерево! Самая страшная херня это дерево. Вот это не страшно, но это монстры. Монстры и монстры, ну и что? Будто они кого-то пугают. Ты шо, в Outlast не играл? Сейчас бы пугаться монстров. Ну серьезно, давайте цветочек возьмем, подарим им. Может подружимся. Чё не все на дороге ходят? Сдрызните с дороги нахрен, мне надо идти в деревню. Ой. Пускалё, ты чё? Пускалё, не надо меня пугать. Музыка. Бля, музыка решила меня напугать. Не, ну, ты видал? Музыка думает, что может меня напугать. Она забыла, что я самый главный игрок в хорроры на русском ютубе. Именно я никогда ничего не пугаюсь. Ты видел когда-нибудь, как я кричу? Так, не отвечай, хорошо? Не отвечай на этот вопрос. Это был вопрос риторический. Это что, труба? А, нет, это тень. Как-то здесь пустовато. Ну, типа, по идее, мы в лесу. Да? А в лесу должно быть что? Много деревьев. Деревья я вижу, много нет. Лейтенант, внимание, здесь есть еще один человек в деревне. Тебе нужно на это посмотреть. Понял, я иду. Прием. Нам пиздос. Прием, как слышно? Он услышал. Какие-то двери открывают. Я так понял, сюжет идет, знаешь, противоположно тому, что у нас было в прошлой серии. Типа, в прошлой серии мы с тобой встретили вот ту бабу, она от нас убежала. Ну, не бабу, телепузика. Телепузика, который очень нас испугался и начал убегать. Тем временем я пришел в деревню. Хоп, хей, ла-ла-лей, деревня, меня встречай. Не в рифму, зато правда. Что здесь вот это вот теребонькается? Слышь. Тут. Я прыгать могу? Нет, не могу. Не, я не буду туда подходить, я лучше обойду. По-моему, дверь открывает кто-то. Какой-то дятел, короче, в голову дверью. Дверь головой постоянно стукается. Или просто открывает, закрывает. Может, он просто очень нерешительный. Такой, бля, я хочу зайти в эту дверь или не хочу зайти в эту дверь? Не знаю, очень трудно. Постоянно открывает, закрывает. Здесь. Звук, по-моему, вот в этом здании. О! Дверь открывается, серьезно. Лопату неплохо было бы взять. Такой хоп, хей, ла-ла-лей.
Лопатой я тебе сейчас голову побрею. О! А вот эти кирпичи валяются, которые он отложил перед смертью. О, щит, дерьмо! Майк, внимание, Альф умер. Я сообщаю, Альф умер. Майк, ответь. Господи, я забыл, что мы слишком далеко друг от друга. Окей, тебе все равно больше не понадобится. Покойся с миром, дружище. А рядовой? Я постою на твоем лице, рядовой. Вот мое уважение тебе. У нас в армии так выражают удивление. О, уважение. Слушай, а вот туда бы я предпочел не идти на самом деле. Но я пойду, потому что это игра. Не стоит. Да что ты надеялся? Да что он надеялся, серьезно? Отпусти меня, отпусти. Руки вон. Ну... Хорош! 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 Ебат у нас телеп... А ножом? А ножом? На всякий. Бахни ему ножом на всякий. Куда пошел? Все в порядке, он больше не угроза. Я ударю его ногами. О нет, это он убил их всех. Не волнуйся, ты очень испугался. Ты выжил через все это очень долгое время один. Вместо него, я думаю, что здесь есть другие создания. Да, их тысячи. Они убили всех. Если кто-нибудь это не выжил. Ты что имеешь в виду? Здесь кто-то еще может быть? Здесь кто-то есть типа дыры. Там маленький домик в лесу. Кто-то, возможно, там мог спрятаться. Ты знаешь, где это? Не, где-то в лесу. Возле домика, недалеко. Окей, спасибо, спасибо. Еще раз, кое-что информации есть. Ты знаешь, как пользоваться вот этой штукой? А почему мне это нужно? Я знаю, как стрелять. Это тебе на безопасность. Тебя заберут отсюда. Если я не вернусь, тогда подожди до утра. Тебя после этого заберут. Спасибо, спасибо за все. По-моему, исчезла эта хрень. Это наша работа. Исчезла хрень снизу. Исчезла хрень снизу. И я только что заметил баг. Ты видал? Я открыл дверь. Мы открыли дверь, а здесь никого не было. И трупа здесь нет. Ба-ба-ба-бам. Ба-ба-ба-бам. По-любому это еще не конец. По-любому это еще не конец. Что дальше? Обыщи лес. По-любому эта тварина все еще жива. Я тебе точно говорю. Точно говорю. Если я знаю хоть что-нибудь о тварине, то я знаю, что эта тварина все еще жива. Как бы... Нас в армии такому учат. Если какая-то ебака может быть живой, то она, скорее всего, будет живой. Первое правило. Слава яйцам! Наконец нашел этот дом. Как трудно туда добраться было, капец. Здравствуйте. А внимание, я специальный солдат. Открывайте дверь, быра! Быра, открывайте дверь! Похоже, мне нужно что-то, что поможет открыть эту дверь. Странно, что твоя нога не сработала. Похоже, мне надо это проверить. По-моему, это был Майкл Джексон. Ау! Он в том направлении. Но явно идти туда не надо, на самом деле. Ну, типа... А, ну вон они. Монстры опять появились. Причем их тут дофига, смотри. Ну, давай мы их будем обходить хорошо. Ого! Ого! Это в смысле? Да что за музло такое пошло? Ты меня не видишь? Оно вон там. Оно вон в том направлении. Шо? Чё происходит вообще? Ну мне, наверное, надо просто по этой, по дорожке пойти. Да? Ну раз монстры здесь есть, значит я иду правильно. Между ними смотри, чётенько. Незаметно. Сама незаметность. А, бляха, меня заметили. А, музыка начинается, когда за мной бегут, да? Правильно? А может мне вообще реально нужно туда пойти? Ну да. А я не иду. Крикните еще раз, пожалуйста. Крикните, пожалуйста, еще раз, Зулю. Я не знаю, в каком направлении. Ладно, я пойду по крикам, короче. В смысле? Так оно здесь. По звукам оно вот где-то здесь. Или звуки не отражают действительность? А, вот.
Оно мертво. То есть кто-то его убил. Я понял. И что? Ну, оно мертво. Кто-то убивает всех этих телепузиков? Или в чем прикол? Смотри, вон оно идет ко мне. А я могу его убить? Я могу его убить. Я ж ножом его бахал. Это точно работает? Так, теперь в этом направлении. Понял. То есть мне нужно тупо идти по звукам. Мне нужно тупо идти по звукам, когда они орут. Смотри, следующий звук, он там. И мы тоже, наверное, найдем какого-нибудь трупа. Правильно понимаю? Кто-то убивает этих телепузиков или что-то типа того? Опять до меня кто-то докопался. Так, нет, этот цветочек, это не то, это не то. Это не труп. Здорово. Здорово. Так, теперь оно вот там. О, вот оно. Вот он. Серьезно? Здесь какой-то охотник тупо появился. Так, о, кровь нашел. Найс. Эй! Здорово! Не, я не буду с ними играться. То еще убьют. Заново проходить. Они такие слепые, капец. Они тупо меня не видят. А если видят, то и догнать не могут. О! Привет. Эй, подожди! Господи, похоже, никто меня здесь не слушает. А ну подожди! Стоять! Да ебать! Че они такие быстрые все? Блин, я такой медленный, ужас. Стой! А, все устало. Что произошло с тобой? Почему ты убегаешь? Why are you running? Не трогай меня, я ничего не сделала. Ты убила всего лишь монстров. Ты что вообще имеешь в виду? Я попытаюсь тебе помочь. Не убивай меня, пожалуйста. Я не буду тебя убивать, просто послушай меня. Дай его... Стой! Никогда больше, уходи. Походу мы с ней нормально не поговорим. Женщина, стойте! Стойте, я с вами хочу поговорить. Ну, женщина. Ну ты понял. Ну ты понял, это шла ляля. Как это очень слабая ляля. Да подожди, я тебя догоняю уже. Как идеально, что у меня бесконечная выносливость, тупо. Просто я могу бегать бесконечно. Ой, она ускорилась. Подожди, эй. Все, она недалеко убежала, хорошо. Подождите! Дайте я с вами поговорю. Ее это не останавливает. Должно было сработать. Это должно было сработать. Я не знаю, почему это не сработало. Разве тебя не остановил чувак, который бегает сзади тебя и фонариком мигает тебе сзади? Это же общеизвестный факт. Если кто-то вот так вот делает, значит тебе нужно остановиться. И он точно не желает тебе ничего плохого. Особенно если он тебе говорит об этом. Подождите. Ебать, у нее нож! А может не стоит за ней бежать? Она может тебя тупо с пугу пырнуть. Типа, хоп, хей, ла-ла-лей, в печень ножом тебе пробей. А, она в дом бежит. Нормально. Ну давай, побежали. Романтичненько. А, не, все. Послушайте меня, не хочу навредить вам. Я просто хочу вам помочь. Вау! Отвали от меня! Хорош. Вау! Вот это боевочка. Я специальный офицер, я пришел вам помочь. Просто объясните мне все. Она такая же, как они. Я не хотела. Но она ж не хотела. Она потому и говорила. Она потому и говорила, что не хотела, чтобы ее убили, а он ее убил. Я в любом случае не мог бы ей помочь. Да не уверен. Надеюсь, мне хотя бы поможет этот ключ. Ой, теперь обратно бежать. Я думаю, что это кто к тому дому. Клёво. Мы, короче, догнали девушку. Такие, хей, я не буду тебя убивать, я не буду тебя убивать. А потом она испугалась нас, попыталась отбиться, и мы ее все же убили. Вот так вот. Я говорю, верь мужикам, которые вот так вот делают сзади тебя. Если они вот так вот делают, значит, они точно ничего плохого тебе не имеют. Ну, если у него тоже нет ножа в руках. Но должен сказать, что главный герой довольно жесткий. Мне это нравится. Типа, знаешь, хоть... Казалось. Хоть в каком-то хорроре мы играем за чувака, который не проигрывает у всех вокруг, а именно прям такой, вау, прям побеждает всех. Это реально круто. Это круто и, по крайней мере, необычно. Потому что обычно главные герои такие, ой, молоток взять не могу, ногой ударить не могу, руку поднять не могу, вообще ничего не могу, сейчас обосрусь, умру и все, и пиздос, капец. Обычно такие в хоррорах главные герои. Но здесь главный хоррор не лыком шит. Вообще не лыком шит. Он берет и убивает просто тех, кто ему мешает.
Это круто. Но не особо хоррорно, но круто. Знаешь, я никогда бы не сказал, что телепузик может быть крутым. Но этот телепузик чертовски крут. Так, ну а куда мне бежать-то? В том направлении. Я бы мог пойти не по дороге, но я боюсь, что если я пойду в том направлении, тогда я потеряюсь, поэтому. Так, я добрался до дома, но продолжим мы уже в следующей серии. В этот раз теперь я не буду так задерживать видосы. Я сразу, наверное, запишу следующую серию, поэтому давай, на этом все. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой в следующей серии. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.